Всех приветствую на прохождении нашего симулятора заправщика. Так, давай мы здесь поубираем. В прошлой серии, помните, мы с вами остановились на том, что нам нужно будет с вами взять два чертежа и купить, улучшить наш склад. Так что давайте попробуем это сделать. Всем приятного просмотра и давай поехали улучшать. Есть, отличное задание мы выполнили. Что нужно? Перемести случайный объект в новое хранилище в аэропорту. То есть нужно будет сделать вот так, да? Склад, товары. Что у нас тут есть? Стеллажи. Давай переместим сюда. Есть. Купите специальную полку для премиальных безалкогольных напитков. Так, где у нас они здесь? Функции, по-моему, здесь. Стеллажи. Премиум напитки. 280. Ага, мы не можем, потому что у нас бабосиков не хватает. Нужно будет сейчас подождать, мы заработаем денежек, купим вот стеллаж с вами. Так, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, певчонка, певчонская, певчонская, да? Так, ну табак нам не надо, можем отменять. Так, ну это алкоголь, да, по-моему? Если я не ошибаюсь, это алкоголь. Так, давай смотреть. Доставка, магазин, алкоголь. Да, это алкогольное. А напитки нам нужны вот такие вот, да? А где тут премиальные? А где тут премиальные напитки? Как посмотреть? Это, наверное, что дорогое, то и премиальное. Так, что у нас по поводу денежек? 144. Угу, функции, стеллажи, премиум напитки, 199, блин. Можно немножечко побыстрее. Так, а может мы продадим вот этот вот тебя? Может мы тебя продадим? И как раз нам должно хватить, по идее. Так, функции, 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 стеллажи. Да, есть, давай за 199. Задание выполнено, отлично. А куда только его ставить? Его тут нужно вставить, либо куда? Эти стеллажи. Не, тут ты не поставишь. Хорошо, что нужно? Получить один из премиум безалкогольных напитков из груза пилота. Давай смотреть, давай смотреть. Привет. Да-да-да. Добрый стали библиотека. У тебя нету ничего, да? Хорошо, ладно. Тогда как выйти отсюда? Как отсюда выйти? На F-ку? Так. Да-да-да, хорошо, ты тут на 2 минутки, это я понял. Блин, не знаю, чем больше мы развиваемся, тем больше у меня оно подлагивает. Тут это я могу понять, в чем прикол. Ладно, у нас 4 минутки еще есть. Давай посмотрим, что у нас по поводу заправки, доставка. Нужно ли нам топливо, 140 литров у нас. Да, давай закажем на 200. Это сейчас как раз парниша улетит. И мы с вами попробуем купить, получить один из премиум. Бразильский или колумбийский кофе? Или какао? Ага, кофе либо какао, погоди. Дай посмотреть, кофе либо какао. Вот это вот оно, да? Через минуту ты уезжаешь. Погоди, стой. 30. И что ты за него хочешь? Шляпу, да? Это оно? Задание выполнено, да. Так, разметите новые полки, премиум софт, напитки на станции. Во, ребят, мы с вами выполнили. Хорошо, что я прочитал. Сейчас попробуем установить это все. И, возможно, сейчас с вами возьмем еще денежек и, попробуем улучшить нашу заправку. И самое интересное, я же наткнулся здесь на пневматический молоток. Вот такие вот штуки. С помощью него, он 5-хатку стоит, можно делать это, как его, кирпичные стены. Ну, то есть, улучшать полностью все наше здание. Так, что я хотел? Я хотел взять полку. Склад, 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 стеллажи. Давай элитку. Элитку где мы поставим? Давай элитку, наверное, мы сюда, да, поставим?
Либо мы сюда не поставим. Не, мы ее сюда не поставим. Хорошо, да давай элитные напитки. У нас с вами будет стоять вот тут возле мороженки. Хотя, может, возле алкоголя. Да посмотрим. Все равно это будет потом улучшаться. Я буду делать перестановку. Хотя посмотрим, если оно реально будет дальше так лагать. Так, склад аэропорта. Отлично, задание выполнено, да? Присядьте на скамейку, насладитесь пивом. Хорошо. Жаль, если оно будет так дальше лагать, то в принципе, наверное, на этом серии будет и заканчиваться. Потому что вы видите, чем больше я развиваюсь, чем больше у меня построек, тем больше у меня какие-то микрофрезы. А мне не хотелось бы этого. Так, давай отдохнем. Шикарным. И сейчас, наверное, дядя позвонит, да, нам? Так, я приближаюсь. Отличная погода, но думаю, на этот раз я справлюсь. Знаешь, теперь, когда я могу быть честен с тобой, много лет назад я встретил здесь кое-кого похожего на тебя. Так, хорошо. Восстановить автомойку. Вы можете оплатить восстановление с вашего компьютера. Ну, давай восстановим. Хотя вроде мы уже и так восстановили, но давай посмотрим. Так, улучшение. Улучшение. Это не то, да, наверное? Так, что нужно? Это не то. А, автомойка. Погоди, автомоечка. Правильно я понял? Вот, автомойка, да? А мне нужен косарик. Так, восстановить автомойку. Хорошо, тогда мы берем услуги, займ, попросить долг, 2000, потом нас... Ой, потом нас в угол, конечно, поставят, но ничего страшного. Давай оплатить. Есть автомойка и есть. Задание выполнено. Хорошо. Давай смотреть, ожидать прибыль клиентов на автомойку. А, прибытие клиентов на автомойку. Так, а можно пройти? А, ты не можешь пройти, потому что я здесь все загородил, да? Но я таки извиняюсь. Так, давай смотреть. Вот это вот что такое? Взаимодействовать я не могу, да? Пока мизи я не могу. Ладно, сейчас подождем. Блин, у нас еще косарь, надо будет потратить за этот часик, чтобы у нас его не забрали. Ну, кто-то приедет на автомойку, либо нет. Так, ладно, пока миссия не там разбирается, у нас новое письмо. Новое письмо. Давай прочитаем, посмотрим. Почта. Торговля. Хорошо. Самолет, это понятненько. Мне нужно, чтобы кто-то приехал на автомоечку, чтобы мы с вами посмотрели, как эта система вся будет работать. Ля-ля-ля-ля, тачки летают туда-сюда. Вот это мы затор с вами сделали. Ага, все, да? Ты так лежать и будешь. Но я знаю, по-моему, если мы нажмем вот эту вот штуку красную, то все начнется заново, да? Ну, то есть все тачки... Сейчас улетят и должно перевернуться. Жесть. Все, хорошо. Разрешение разблокировано. Теперь можно идти назад на автомоечку и ждать клиента. Угу. Where are you, man? Мне нужен один человек. Так. Нету, да, никого, ты говоришь? У нас вроде работает. Да, открытая. Open. О! Давай, я знаю, ты сюда хочешь. Ты хочешь приехать на автомоечку. Во, молодец, поехали. Поехали. Ну? Долго нам ждать.
Так, так ты мне поможешь, либо нет? А что, чем тебе помочь? Чем тебе помочь, бедолага-то наш? Ты опять где-то перевернулся? Или что? Или где ты? Так, поговорить нет, мне-то не надо. Во, на автомойку приехали, да? Да, шикарно. Так, взять. Отлично. Так, нажать, посмотреть. Вымойте авто начисто. Низкое давление. Так, что-то не так с давлением воды. Закройте автомойку. Хорошо, давай закрываем. У нас что-то с давлением воды, ребятки. Так, найдите вход в канализацию на свалке. Вход в канализацию на свалке, это типа вот здесь где-то? Да, вот это вот оно. Задание выполнено. Надеюсь, сейчас тут Пеннивайза не будет. Ой. Ой-ой-ой. А ты кто? Так, что нужно? Исследуйте канализацию. Хорошо, давайте исследуем. Давайте исследуем. Найдите способ подпереть дверь. Ну, наверное, шатмычкой, правильно я понимаю? Нет, неправильно. Хорошо, и каким образом мне это сделать? Так, ага, отлично. Наверное, вот сюда, да? Да. Все шикарно, шикарно, шикарно. Божечки, как же что двойняет, наверное. Ой, ля, а это крокодил. А крокодил, крокожу. И буду крокодить. Тихо, все, пробежали, нормально. Прикольно. Нам еще тут крокодила не хватало. Так, что нам нужно? О, здорово. Нужно мусор, да, повыкидать? Ага, наверху какая-то карточка. И что нужно сделать? Нужно, наверное... Наверное, очистить это все. Насколько я понял... Наверное, заправить бензином, да, надо будет это все. Ага, очистите водяной насос. Понял. Ладно. Ладно. Только не говорите, что мне нужно будет постоянно потом сюда спускаться и заправлять топливом. Топливом это все. Все. Найдите способ вернуться на поверхность. Ну, наверное, ж. Наверное, ж все дойдешь. Задание выполнено. Открыть автомойку. Хорошо. У нас тут бананы всякие лежат. Отлично. Обслужите первого клиента на автомойке. Блин, надо будет потом спуститься. Ага, надо будет спуститься, наверное, почистить потом это все. Так, а тем временем уже 1600 на балансе. Так, что по поводу
Бензина у нас там есть еще, либо нету. Так, давай повыбираем. Потому что в ночную смену у нас уборщицы нету, к сожалению. Приходится самому это делать. Но днем попроще будет. Так, хорошо. Хорошо. И надо будет купить сейчас, наверное, пневномолоток себе, наверное, купить надо будет. Как раз показать вам, что это за штука такая. Так, где вы тут? Инструменты. Вот, смотри. Купить. Можем теперь подойти вот сюда. Нажать на тебя и использовать. Так, ага, использовать можем, когда закрыта станция. Ладно, сейчас мы с вами помоем машину. Надеюсь, что мы ее помоем. Да, и я покажу, как эта штука работает. Блин, я бы с радостью, наверное, дальше продолжал бы играть в эту классную игрушку. Но что-то реально, вы видите сами, что подлагивает. Не могу понять, из-за чего. Так, хорошо. Окей, окей, окей. Отлично, вымываем все дочисто. Бля, прикольная тема. Так, мужчина, ну подвиньтесь, пожалуйста. Шикарно, ля. Найс. Ответить на звонок. Хорошо, пойдемте ответим на звонок и как раз закроем нашу заправку. Ну, чтобы показать, как это делается. Так, наконец-то все закончилось. На чем я остановился? А точно, мне нужна твоя помощь, и мы должны действовать быстро. Маленькая птичка сообщила мне, что кто-то приезжает по трассе 66 с весьма ценным грузом. Ты ведь умеешь взламывать? Просто вскрой несколько багажников. Конечно, тебе не обязательно участвовать. У меня есть другие способы получить то, что мне нужно. Но разве ты не хочешь сделать своего дядю счастливым? Нет, не хочу. Так, вот, когда закрываете заправку, нажимаешь, и ты можешь выбирать вот так, кирпичные. Можно сделать себе вот такого вот плана. Конечно, это все стоит денежки. Во. Только снаружи. Обе стороны, да? А давай посмотрим. Минус 25 баксов. Так, отлично. Так, отлично, отлично. Вот это вот, да? С обеих сторон. Так, где ты был? А, вот ты. Как вам вот такого вот плана? Прикольно будет, если будет с обеих сторон. Я думаю, в принципе, здесь ничего не надо будет и клеить, да? Пусть такая заправка у нас и будет. И по поводу крыши, тоже, по-моему, крышу можно делать. Так, кирпичные. Нет, вот такого вот плана. Нельзя будет красить. Так. Ну, мне так больше нравится, не знаю. Пусть будет. Ну что, попробуем улучшить полностью нашу заправку. Прям в кирпич. Так, давай, наверное, вот такого вот плана. Не факт, конечно, что нам хватит всего этого добра сделать. Так, где кирпичные? Ну, попробуем. Ой, не то. Так, где ты? Вот ты. Так, с обеих сторон. С обеих сторон.
И мы с вами как раз не будем заморачиваться. По поводу покраски, по поводу всего. Так, такая плитка, это маленькая. Ага, мне большая нужна. Ё-моё, почему оно так... Где оно? Вот оно. Так, ага, понял. Выходим. Не, выходим. Сейчас потратим ваши, как говорится, все денежки, дядя. На улучшение нашей заправочки. Так. Отлично. Отлично, отлично, отлично. $56 осталось. А нам не хватит, да, наверное, на все? На все это добро нам, наверное, не хватит. Сколько ты $100 стоишь? Ну, в принципе, я думаю... В принципе, неплохо. Начало положено, да? Вот такая вот тут наша построечка. Так, пора включаться. Так, выполните задание, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. Так, заправить автомобили, обслужить клиентов, починить авто, получить чаевые. Хорошо. Так, ну, это мы, наверное, тоже с вами будем делать без записи. Выполним все задания и потом уже будем улучшаться. У нас же тут еще... Доставка бензина, еще топливо есть, да? 180 литров, да. В принципе, нормально. Потом, когда улучшим полностью на 5 уровень нашу автозаправку, правильно я понимаю? Будет вакуум, новые стенды и 2 фургона для сотрудников. Это будет прикольно. Я и пока поработаю на заправке. Да, наверное, пусть такие кирпичные будут стеночки. Другого, в принципе, мне здесь и не надо. Оно вроде хорошо смотрится. Так что все, ребят, всем, наверное, спасибо за просмотр. Буду я заканчивать. Повыполняю задание. И когда будет свободное время, уже запишу продолжение. Посмотрим, как оно будет. Может, еще подкопим денежек, как раз, чтобы нам хватило полностью модернизировать полностью всю нашу заправку. Сделать ее в кирпич. Ну и тоже, когда она будет расширяться... На 5 уровне, то по идее вот эта вот стена исчезнет, она будет полностью пространство вот такое. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до потом.